Ведущие врачи московских клиник провели прием детей с заболеваниями почек и крови. Сегодня в медицинском центре Якутска по приглашению Всероссийского общественного движения «Матери России» ведущие специалисты Российской детской клинической больницы Минздрава России провели конференцию для работников учреждения и прием детей. Подробнее в материале Саргыланы Захаровой. Гемофилия – редкое заболевание, связанное с нарушением свертывания крови. В основном оно передается по наследству. Но встречаются и такие случаи, когда им заболевают уже в более старшем возрасте. В Якутии в целом от этого недуга страдают 24 ребенка. Эта болезнь, она чаще всего наследственная, но бывают спонтанные случаи. То есть наследственная болезнь – это 70% – это наследственность. И 30% это когда у совершенно здоровых родителей рождается такой вот ребенок, который кровит, берут анализы, кровь не останавливается, ушибы, которые вот кровотечением проявляются. Это такие дети. И пожизненно они получают противогемофильные препараты. Сегодня все пациенты проходят лечение в республиканских больницах. Необходимости выезжать за пределы республики нет, говорят врачи. Это подтверждают и приглашенные специалисты из Российской детской клинической больницы, которые сегодня провели научно-практическую конференцию для якутских коллег и поделились своим опытом. Вчера мы консультировали детей, девочек с системной красной волчанкой. Она была тоже наша пациентка в городе Москве. Детей, которые находятся на дорогостоящей терапии. И спасибо большое Министерству здравоохранения Якутии, что эти дети обеспечиваются дорогостоящей терапией. Абсолютно квалифицированно, работают согласно стандартам терапии, согласно международным рекомендациям. Всего за два дня московские врачи провели консультации порядка 30 детей с заболеваниями в области нефрологии и 20 детей по гематологии. Председатель Якутского отделения Всероссийского движения «Матери России» Прасковья Борисова отметила, что такое сотрудничество необходимо продолжать и дальше. Наши мамочки с больными детьми имеют возможность выехать за пределы республики, а вот их приезд как раз это очень нам нужен такой приезд, такая помощь. Такие визиты специалистов из ведущих клиник страны важны не только для пациентов, но и для работников. Это обмен опытом, поиск новых вариантов лечения и повышение квалификации специалистов республики. Саргылана Захарова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.